Мне кажется, у кого повышен гормональный фон, это первое, что мы делаем, это лысеем. Но несправедливость в том, что ты лысеешь здесь и растешь вот здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже мой, было. Там как будто этот другой человек. Йети, привет. Потому что если YouTube закроют, куда перестраиваться? Ну, все то же самое, что у всех ребят. Просто единственная глупость, которую я не сделал, я не стал опять уезжать, потому что я это уже делал. Ну да, подзапил, потом пошел с куликом в баньку, и нормально. Для меня воспринимается тяжелее, чем для нее. И вот в этот момент мы друг друга сильно не понимаем. Для нее переехать в Россию, это не просто было так же, как для меня переехать в Америку. Она все-таки выросла в Европе и в Америке. Блять, мне кажется, не мой путь. Мне кажется, на чаше весов появляется то, что пока меня как-то скучает. Угостил Либо чуть-чуть я не собачку адаптировался к этому, либо можно. я не понимаю, как с этим Чуть-чуть работать. можно, Забирается но свобода, сладкого нельзя. в которой, Знаете. у меня появляется что-то обычно Да и мороженое творческое. нельзя, в А тут ты принципе. Но становишься чуть-чуть таким можно. стабильным Да, домашним Джиночка? котенком, Чуть-чуть который можно же, делает Джина? просто, вот, свой, выполняет свою социальную функцию. А как в этой функции может родиться что-то творческое, я пока не понимаю. С другой стороны, я думаю, ну, мне уже 36 скоро. Уже пора и ребенка, и... Стал думать о запуске нового шоу, и тут, опа, спецоперация. Да. Которая, я подозреваю, разрушила все твои планы. Вот так. На тот момент я не понимал, как далеко это зайдет. Буду постоянно находиться в таком рефлексирующем состоянии. Нет.